Постановление УФАС вызвало волну разговоров о том, что стоимость проезда в общественном транспорте снизится и может вернуться на прежний уровень. О том, на что на самом деле может повлиять постановление, нам рассказали в Министерстве транспорта Чувашии. Предупреждение чувашского УФАС основано на жалобе одного из перевозчиков. Но при этом надо сказать, что их в республике 138. В своей жалобе заявитель указывает на то, что тарифы были необоснованно установлены. И также заявитель просит увеличить тариф в автобусах большой вместимости, которые осуществляют перевозки в сообщениях Чебоксары, Новочебоксарской, Чебоксары, Кугесе. То есть в этих автобусах тариф сейчас составляет 19 рублей, а заявитель предлагает его поднять хотя бы до уровня 20 рублей, а то и выше. Предупреждение антимонопольного органа на сегодняшний день оно ничем конкретным не обосновано и может обернуться для пассажиров пересчетом тарифов в большую сторону. Тарифы на перевозку пассажиров в автобусах категории М3, то есть это автобусы большой вместимости, он обоснован. И обоснован непосредственно перевозчиком ГУП ЧР «Чуваштранс». В данный момент перевозчик считает, что этот тариф его устраивает, и он его обосновал в соответствии с требованиями методики. Поэтому он и установлен на таком уровне.